Дорогие друзья, это наш последний фокстрот. Он написан тоже выходцем из России, это Джордж Гершвин. В 1930 году он написал мелодию под названием «I Got Rhythm». Психиатрическая экспертиза этого текста примерно представляет такую картину состояния героя. Вот он прохаживается, потирая руки, напевая и утешая себя. Чего мне еще желать? У меня есть небесный ритм, свет звезд, сладкие мечты и музыка, чудные поля маргариток на зеленых лугах. И даже любимая мне звонит, чего еще желать? Но вдруг чью старость стучится в дверь. Все, конец, за тобой пришел гонец. Нет, нет, в ужасе восклицает герой, и думать не хочу. Прочь, прочь за дверь. И он снова прячет голову в песок концертов, аранжировок саксофонов Санкт-Петербурга, флейт музыки, восклицая: «О, чудный ритм, сладкие мечты и музыка, маргаритки и зеленые луга, чего еще желать?» Джордж Гершвин, «I Got Rhythm». Oh,
sleep. I got music. From George Gershwin, Ira Gershwin, Henry Barnum, Vernon Duke, Ned Washington, Robin Williams Jr., Jimmy McHugh, Dorothy Fields, Richard Walter, Howard Hughes, Benny Goodman, Kevin Forrest, Joe Stafford, Red Miller, Bing Crosby, Tony Dorsey, Duke Ellington, Hubert Blake, Hoggy DeMichael, Bernie Kay, Elmer Fitzgerald, Vincent Human, Artie Shaw, и многие другие замечательные люди написали для нас эту музыку. Спасибо им. Секулай. Аминь. Спасибо, дорогие друзья. Я уверен, что эти аплодисменты, конечно, относятся к этим людям. Они здесь с нами. Они в ноосфере Земли. И у нас с ними постоянная связь. Самое лучшее, не мобильное. Дорогие друзья, хочу поблагодарить музыкантов Геннадия Гольштейна, который, несмотря на все сложности и неудобства, принял наше предложение, хотя он, в общем-то, вначале кажется авантюрным совершенно, потому что организовать вот концерт – это невероятно просто сложно. Я уверен, что музыканты не удовлетворены, конечно, качеством звука, но я думаю, что благодаря вашей атмосфере все прошло замечательно. Спасибо еще раз Геннадию Гольштейну, его музыкантам, оркестру. Саксофоны Санкт-Петербурга, Ян Резюн, Виктор Матвеев, Дмитрий Гущ, Константин Маминов, Олег Кувальцев, Лена Макарова, Станислав Стрельцов, Вадим Михайлов, Владимир Лыткин, Аня Фомина. Нас пишут на очередную работу по уборке Невского проспекта. Лев Скоморохов, Леонид Синдерский, Кирилл Бубякин, необычайно удачливый менеджер Григорий Дягин, Серж Богданов, Константин Корешонок, Юрий Богатырев, Дмитрий Петров, обладатель чудесного саксофона Жорж Бойцов, Андрей Коловко. Спасибо, дорогие друзья. Станислав Крыльцов, наш барабанщик. Спасибо, распускайте слухи, приходите на наши концерты.